Место, друзья, это очень такое не очень хорошее, я вам прямо скажу. Потому что, вы видите, вот этот мелкий кустарник, и несмотря на то, что уже, ну пока вернее, еще и морозы и все, клещи уже пошли. И их много. Я вот иду и буквально их наблюдаю. Их прям куча. Вот смотрите. Вот первый, наверное, видите, показываю. Вот, видите, сидит. Вот он. Вот он второй сразу же сидит. Вот, видите, на фоне руки. Вот они. Давайте дальше покажу еще веточку. Там вообще три штуки. Вот, видите, кустик. Вот этот небольшой. Смотрите. Вот, два клеща сидит. Видите? Сразу два. Вот он еще один сидит. И там где-то еще один был, видно. А может и не было, показалось. Ну, в общем, много. То есть вот, раз, два, три. И вот тут две штуки. Я говорю, это та еще морока. Идти нужно очень аккуратно, отряхиваться, смотреть. И то не факт, что все будет нормально. Ради интереса. А, вот еще, смотрите, вот видите кустик? Вот он. Вон он еще шевелится. Я вот подношу руку, он тепло чувствует, видите? Вон шевелится прям. Офигеть. Их тут куча просто клещей. Нужно быть аккуратно. Сейчас пару фоток сделаю и пойду, друзья, дальше. Потому что чем быстрее этот участок пройду, тем мне будет спокойней. А их тут много. Ладно, пошел я.